Кто говорит, что лиса худеет, да, действительно, она худеет. У нее и шерсти становится меньше, и жирок с боков пропадает. А еще она становится очень игривой. Даже играется с Максом и с Белым. Молодец. Довольная веселая морда. Пошли. Пойдем. Алиса. Та-дам. Давай сюда. Еще любит за ноги покусать. Ох-ох-ох. А если я, например, вообще падаю на землю, то это будет сразу... Ну, давай, залезай. Сразу залезает. О, ей надо быть выше. Нет, не хочешь? Нет, залезать не хочет, хочет побороть. Ну и, конечно, все ее. То есть любая моя попытка, вот, например, взять гирю, оп, сразу, чья гиря, это все ее. Удивительно, видите, стоят ведра, я уже, наверное, говорил, если взять, например, налить 3 ведра воды, то Алисе надо подойти и попить из всех 3 ведер воды, то есть не из 1, а именно из 3. Это принципиальный момент. Вот такой утренний расслабон. Спать. Да вот это лучший вариант, то есть это вот в лисьей природе. Так быть рядом, но вот отвернуться и не отсвечивать. То есть я тут сама по себе, но вот рядом просто поваляюсь, но сама по себе. Ой, нос весь в земле. Да. Вот так. Сводить палец в рот и заснуть. Это состояние контроля. Ну все. На данный момент видео закончилось, а я тут посижу пару часиков. Тогда у Лиски утро. Где-то она под землей была. Раньше не выходила на позывные, не откликалась. Сейчас дверь открыта. Но Алиса все равно в вольере валяется. Никого к себе, в принципе, не ждет. Здрасте. Как дела? Вчера истерика была вечером. Макс съел заначки все в одном месте, которые были спрятаны. Истерика была такая, что я думал, что соседи думали, что тут кого-то убивают. Вот. Крик, гам. А сейчас спокойный бульдозер. Да?
Вот это настроение. Ухо. Второе. Как дела? Перенервничала вчера. Ку-ку, Алиса. Это так лисяу просыпается. У нее долгий процесс просыпания. Порядка часа. То есть ей надо посидеть, подумать. Как вы видите, весной это происходит абсолютно без разных звуков, шумов и какого-то дополнительного движения. Она просто лицезреет природу. Дзеновская лиса. Можно только рядом с ней посидеть. Да, я тут тоже посижу с тобой. Весной Алисе нравится, чтобы в нее так вот ручку положили. Так мне нравится. Надо повыше меня залезть, конечно. Но это же вот просто и сесть сверху. Алис, мы с тобой как пират и его попугай. Только за место попугая у меня лиса на плече. Это ее вольер, так что она показывает, что она тут главная. Села повыше. Лапы на плечо.
Что? О! Кто-то идет. Это очень возмутительно.